Вы лично ожидали такую беспрецедентную поддержку Украины западными государствами, прежде всего Соединенными Штатами, Великобританией, Польшей? Да, да, для меня это было несомненно. Но чего я не ожидал, так это вместе с экспертами всего мира я не ожидал того, что покажет украинская армия. Вот это действительно для меня было неожиданно. Я не думал, что Путин завоюет Украину за 72-96 часов, но я думал, что Киев он возьмет довольно быстро. Вот я думал, что действительно это произойдет довольно быстро, да. И то, что произошло, то, что показал украинский народ, украинские мужики, которые с автоматами останавливали все эти танковые колонны, это, конечно, это невероятно. Это подвиг невероятный. Да? Это, я надеюсь, что в Украине когда-то будет поставлен памятник именно вот этому вот общему пехотинцу, да, неизвестному пехотинцу. Это просто потрясающе.